Смотрите, если мы сегодня проходим игру, я дарю вам 20 подписок. Как вам такое? Если не проходим игру за сегодня, я дарю вам 50 подписок. Да, это второй заключительный, то есть ластецкая. Супер-мега-ультра. Последняя катка. Гоу побочки. Нет, друг, нет. Никаких побочек, ну их нахер. Олег, ты просто овощ с грядки, красный такой, самый огромный, гадкий, вонючий. Хуй тебе, а не спойлер по Мстителям. Мои зрители этого не услышат, чтобы у тебя член отвалился. Понял? Солнце зашло не только на небе, но и в жизни великого человека. Угу. Капитан Артуро Хименес. А, его убили. Наш док скончался. Мы наполнили наш ковчег книгами, семенами, дисками, медицинскими журналами и энциклопедиями. Этого у нас в избытке. Но кто теперь, по окончании войны, научит нас ими пользоваться? Журналы можно заменить. Книги и энциклопедии можно заменить. Доктора Хименеса, нашего единственного врача, заменить некем. Я пойду оплакивать его. Полагаю, как и вы. Что это был за цирк? Он явно заслужил Оскара. Законный суд? Конечно. Каждый заслуживает справедливого суда. И справедливой казни. Через повешение. А, ну да, справедливость. Ну, приказ я выполнил. Конец связи. Хорошо лежит. Удобно ей, наверное. Ну, вот и наш наркоман. Тейлор. Настало время выяснить, Дикон, что произошло. Как дела, Тейлор? Хреново, да? Облажался я, бро. Че натворил-то, рассказывай. Не хотел я его убивать. А? И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь, сука, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю. Эй, слушай меня, Тейлор. Тейлор. Да ты дрыгаешься. Уэйт. Обсираешься, а эти мудилы стоят по стойке смирно и ржут над тобой. Стоят и ржут. Не хочу в петлю. Не дай меня повесить. Я прошу. Ладно, Уэйт. Жалко его на самом-то деле. Доктор был манерный. Сент-Джон! Я здесь! Передоз. Вот черт! Будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. Меня Михалков несколько бесит. И на сей раз.
Не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. О, написано, осталось чуть-чуть, называется так квест. Может, это намек на то, что это финальная сюжетная точка или все-таки запятая? Или точка с запятой? Или это многоточие? Не факт, что в конце этой игры мы увидим точку. Никакого негатива в сторону игры. Она мне в целом понравилась. Причем вторая часть, финальная, как мы ее назвали, она мне нравится больше, чем первая. Стоп, погоди. Тебе нужен живой? Знаешь, трудно ставить опыты на трупе. Вот. А, что это? Это сильный транквилизатор. Должно хватить, чтобы доставить в лагерь. Я так близка к цели. Осталось чуть-чуть. И у меня умница. Его жена жива? Да! И мы вчера трахались. У камина. И даже есть клип. Сара, я на месте. Смотри, тебе нужно найти девочку в красной футболке. Да неужели? Детская футболка такая, знаешь, с котеночком. Ага. Удивительно, что полковник все это еще не сжег. Я сказала, чтобы этих не трогали. Я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких. Без них препарат не сделать. Ну ладно. И как мне ее оттуда вытащить, не поубивав всех остальных? Слушай, я не знаю. Придумай что-нибудь. Мне нужна девочка в красной футболке. Так, девочка. Девочка, стой. Сука. Девочка, стой. Иначе буду... Так. Попалась, мерзавка! О, господи! Шакалы. Интересно, что у них там в гнезде? Так, а ну отойдите! Это моя девочка теперь. Пошел вон. Чтобы забрать шакала, уничтожь соседних врагов. Но игра как бы сама говорит, сначала им делай, а потом делай. Я же всех убью! Жене только моей не говорите, ладно? В общем, никто из шоколят не пострадал. Это наша легенда. Я сказал, никто не пострадал! Ты срань! Ну ты паскуда! Этот гад мне весь байк обоссал. Полковник не разрешает заводить питомцев. А лейтенанту нужен живой подопытный. Я смотрю, вы хорошо ладите. Простите, спасибо. С лейтенантом Уитакер. По долгу службы, сэр. Службой ограничься. Полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами. О, нет, нет. Ни в коем случае, сэр. Ну да. Ревнуешь, что ли? Продолжай. Слушаюсь. Ну, помоги мне. Сейчас. Сейчас еще укусит кого-нибудь. Сильный транквилизатор? У них в организме все шиворот на выворот. Ты ей рот бы прикрыл, а то сейчас залетит считать. Тебе. Ну-ка, подержи вот так. Держи. Куда-нибудь. Вот. Это то, над чем я работала. Долго еще? Сейчас, пару секунд. Держи. Что? Кажется, тебе нужен еще один экземпляр. Охренеть. Чего? Долбануться. Ну, не знаю, она что успела ты там вколоть? Намешала, но сработала моментально. Твою мать! Это что, думала, что она превратится в маленькую хорошую Стой. Девочку? Так ты не оружие делаешь? Господи, ты пытаешься их лечить? Я думала, если добуду изначальную линию клеток... Там кожа и кости, как ты это вылечишь? Антитела и смогу деконструировать вирус. Господи. И теперь получается, что все это время я работала впустую. Зато оружие хорошее получилось. Короче, вставай и начни сначала. Что? Ты сказала ребенка. А знаешь, сколько таких тварей я убил? Не говори. И не говори. Ни разу не приходило в голову, что ведь это же чей-то ребенок.
Я знал одну девчонку. Она тоже говорила о фриках, как ты, называла их больными. Я думал, она спятила. Она просто видела их, как ты. Ты думаешь, я спятила? Нет, нет. Впервые за 2 года я встретил вменяемого человека. Мы с Бухарем приехали в лагерь, где ты должна была нас ждать. А там были фрики. Повсюду вертолеты горели, люди кричали. Так много людей. Мы дрались, мы победили. И что в итоге? Трупы. Трупы повсюду. Большинство людей думают только о выживании. А ты пытаешься мир спасти. Ну, это паршиво получается. В общем, вставай. Переводи дух. И пробуй снова. Поедем в Кловердейл. У них лучшее оборудование. Мы перероем все их записи. Тебя осенило? Так. На север. Да, мы поедем на север. Скажем, что за припасами. Но уже не вернемся. Мы дезертируем. О! Если нас поймают, они нас повесят. Класс. Но зато вместе. Мне это так нравится. А можем просто под титры в закат уехать? Да. Дик, полковник тебя вызывает. О, я сейчас. Как не вовремя. Это мое предположение. Капрал Сент-Джон. О, здрасте. Полковник, прошу за мной. Нет, вроде все нормально. Он даже приобнял меня. Значит, пока еще ценит. В полной боевой готовности. Байк заправлен, сэр. Вот с этим доктором соревнуются в белом халате. Лейтенант Уивер завершил разработку. Испытаем результат. А. Давно пора. Готов подпалить Орду? Да. Орду? Орду. Что-то не так, капрал? Нет, сэр, не. А... Я, кажется, обосрался. Всегда готов. Я с Ордой и еще... с удовольствием. Вот так, наш человек. Ни разу. Господа. Не встречался. Это начало новой эпохи. А, чтобы это все увенчалось успехом моей победой. Приступайте. Блин, как же мне лейтенант нравится Уивер. Фара за мной, да? Слева на мотоцикле. Я такую же хочу. Ну что, Орда, готовьтесь. Кто там за Орду? Сейчас поедем вас сжечь. Ну что, сделаем так. Сделаем так. Вы ждете здесь, а я иду один. Тебе жить надоело, боец? Нет. Вот поэтому мне лучше пойти одному. Даже с фирменными коктейлями от Уивера мы не сможем вынести всю Орду одним махом. Нет. А где Орда-то? Что... Я не вижу. Я спущусь туда. Покажусь им, укокошу нескольких, а потом буду драпать. Придумай, как их... Малость притормозить, ловушки поставлю. И взорву их нахер. Давайте, я жду! Зачем ты крикнул? Зачем? Идиот! Ну какого черта? Кто тебя просил? Говна, кусок! Вперед, парни! Вот он я! Ну я же даже не продумал план отступления и... Горите в аду! Ну, класс. Уходи, Сент-Джон, уходи! Да я уже понял. Ага. Я сразу понял. Как только ты заорал. Чувак, у нас проблемы. У нас большие проблемы, блядь! Почему ты перезаряжаешься? Ты вынес примерно четверть. Продолжай. Пытаюсь. Сейчас станет еще жарче! Воу! Я вижу еще один баллон! Я вижу еще один баллон! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Быстрее, быстрее, быстрее! Стабины нет! Это не работает! Это не работает! Это не сработало. Запишите эту смерть на счет Дика, а не на счет стримера, потому что я против того, чтобы он привлекал всех своим ревом. И вообще надо раздеться, какого черта? Да что за черт? Да что за черт? Да что за черт? Офигеть. Ну что, готовы? Да оно даже не долетело, вы уже бежи, беги, 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 Дик!
отсюда видно. Сейчас станет еще жарче. Чувак, все, чувак, 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 чувак. Да, я в курсе. О, май. Это так тупо. Они так тебя тупо. Почти догнали. Да в смысле ты не можешь перейти через забор? Не, пока еще не догнали. О май гад, о май гад, о май гад, о май гад! Больно! Больно! Ладно, хватит, на самом деле, дурачеств. Сейчас все будет. Представим, что я играю не на стрим, да? Можно здесь срезать? И каков твой план? Я самый говорю, безумный план на Диком Западе. Пикнуть не успеют. Кислородные баллоны должны мощно рвануть. Это будет самый большой взрыв за всю историю наших стримов. Сначала я попробую взломать эту машину. Вот за домом стоит красная. Там сигналка работает. Они придут сюда. А потом и сюда на мост. Чувствую себя юным экспериментатором. Ну давай, хотя бы половину. Хотя бы, сука, половину. Серьезно, всего лишь трое? У вас так мало. Ну чё так мало? Мне нужно больше! Слишком много! Нет! Мне кажется, не стоит класть все яйца в одну корзину, Ульхкинг. Черт! И каков твой план? Безумный! Я говорю, безумный план! Надо их как-то замедлить. Убить всех! Убийцы лезут друг другу на головы. Если найти узкий проход между грузовиками, зданиями... Ох ты ж, да... Почему так быстро? Лови! Да ну, сука! Да мразь! Нахер вообще просто... Все, я сосредоточился. Простите. Сука, камень! Горит. Да не нужен мне Калашников! Вперед, парни! Вот он! О, перечо! Да вот вам свежее мясо! Ага, вот так! Да мать твою, ну сядь, пожалуйста, на байк! Ну почему ты такой тупой? Почему ты не реагируешь на нажатие, сука? Сам на геймпаде попробуй поиграть, мразь! Белая цистерна не взрывается? Да не знаю я, взрывается она или нет. Ни хера здесь не взрывается. Вот так. Сука! Поднять огнетушитель из охранителя. В задницу себе огнетушитель засуньте! А ну давай на меня! Давай! Давай! Чё, нравится? Так, а чё дальше-то? Чё дальше? Дверь открыть, закрыть, вот это вот все. Сейчас, погоди, стой. Ну, подожди, да кидай. Туалет, туалет. Кидай. Ну почти, почти. Кстати, это нормальная стратегия, наверное. Которая нихера не работает. Угостить коктейлем. Чё никто не бежит? Да почему все взрывается? Говно! Но почему?
Вы чё, мужики? Вы чё? Ну вы чё? Ну в смысле? Ну я же тут, ну! Ну как так работает? Ну! Ну и теперь вы прибежали, конечно! Должно сработать. В смысле не сработает? Все сработает. Сейчас вот план капкан. Давайте, давайте, идите. Смотрите, какая вкуснотища. Почему машина перестала гудеть? Твою мать! Майна Гюта. Майна Гюта, боже ты мой, срань господня! Это все? Это, сука, все? Быстрее садись! Мудила. Какой же ты мудила. Ты чё смотришь? Чё ты смотришь, я тебя спрашиваю? И каков твой план? Я говорю... Самый чудесный план на Твиче. Мотоцикл! А, вот так! Мотоцикл! Ужин, ребята! Мотоцикл! Дик, милый, а можно узнать, где ты пропадаешь уже вторые сутки? А? Перезвони мне. А, Сара, прости, задержали на задании. Я вернусь, все расскажу, обязательно. А вот вам свежее мясо! Идите сюда, ублюдки! Да, подходите! Коури, много еще? Осталось немного, капрал. Где эта четверть? Блядь, только не говори, что они за мной бегут. Только не говори, что они за мной бегут. Пришла в движение. Нет! Нет, 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 нет! О, нет, 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 нет. Ага, вот так! Идите сюда, ублюдки! Прошу тебя, еще совсем чуть-чуть. К вашим услугам! Пожалуйста! О! Скажите, что это все! О, да! Это все! Мы справились! Спустя 3 часа! Мы сделали это! Give me five! Надо мне расплюнуть! Расплюнуть, да! Как 2 пальца об асфальт! Это только начало? Оу! Игра, ты умеешь радовать. Сара, и поддерживать. Сара, ты слышишь? Лейтенант Уэйтекер говорит капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. Реально, это было легко. Куда ты потерялась? Вау. Капитан, я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер. Она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе?
Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Получилось? Ты сумел? Уиверу спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил. Ну, вы знаете, ловко? Когда на пятки наступает орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. У нас... Пойдем, сынок. Идем. Так не люблю, когда меня называют сынком. Мэм, приказ полковника. Мэтт, так нельзя. Ты не можешь держать меня в заперти. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною: войди в ковчег ты. И пробудьте там еще 5 часов. Ибо тебя увидел я праведным ныне предо мною. Мэтт, ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте, за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. Сан-Джон, я думал, больше тебя не услышу. Порядок. Рация не работала? Я ее выключил. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, О'Брайен. Она жива. Это невероятно. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел, она жива. Но ее держат у себя ополченцы. Те, про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Мне помощь нужна. Ее держат там, куда я не могу добраться. Помоги мне ее освободить. Ты же знаешь, я не могу. Хотя подожди. Ладно, но сначала сделай кое-что для нас. Говори, я на все сочувствую. Только рацию не выключай. Я с тобой свяжусь. Надеюсь, вы были осторожны, оно токсично. Да, конечно, мэм. Слушай, у меня есть план, некогда объяснять. К следующему разу будь готова делать отсюда ноги, поняла? Капрал. Я не сказала спасибо. Вольно, боец. Ты ничего не слышал, боец. Ну, так чего ты от меня хочешь, О'Брайен? Рад, что твоя жена выжила. Да, говори уже. Я тебе объяснял, что фрики мутируют, и некоторые быстрее других. Это что? Как найдешь его, сделай кое-что для нас. Тут есть все, что нужно, чтобы сделать биопсию. Нам нужны образцы крови и тканей. Сможешь? Да уж разберусь. Кстати, классная форма, капрал. Тебе идет? Отсоси. Датчика слежения идет от горы Скотт. Там есть пещера. У экземпляра, который ты ищешь, очень быстрый метаболизм. Мы считаем, он направился туда. У нас нет ответов на все вопросы. Нам известно только, что зараженные мутируют. Это скачу. Зато как аккуратно. Мы считаем, он направился туда. О'Брайен, я у пещеры, захожу внутрь. Вы как там, готовы? Да, ждем сигнала. Да чтоб тебе. Что там? Так, дерьмо. Дерьмо какое-то. Тут все засрали фрики. О'Брайен, сколько тут ваших должно быть? Сколько у тебя пропало? Четверо. Специалисты и 3 солдата. А меня ты нахрена сюда отправил? Специалист Купер. Мой близкий друг. Поможешь мне с этим, я постараюсь помочь тебе. Конец связи. Понял. О'Брайен, я нашел последнего. На значке Купер.
Нет, нет! О, Господи! Погоди, он живой! Сейчас! Эй, Купер! Купер! Эй! Эй, эй, эй! Тихо ты! Слушай сюда! Мы тебя вытащим, ты понял? Купер! Купер, прием! У нас не вышло! Все полегли! Давай! О, Боже! Что там происходит? Купер! Ноги перебиты! Купер! Кто это с тобой сделал? Рассказывай. Он быстрый. Я опомниться не успел. То есть это что, был фрикан? Сплинтер. Сплинтер. Сплинтер? Купер! Вот Купер, крыса, это ты? Да? Я здесь. Я тебя слышу. Господи, я думал, больше не услышу. Коп! Слушай меня! Мы тебя оттуда вытащим! Ты слышишь? Джон, я так... Нет! Уведите меня! Уведите ее! Он умер. Понял тебя. Конец связи. И спринтер. Причем мы уже знаем, как он выглядит. Просто волосатый фрик. Так с чем я тут имею дело, О'Брайен? Рассказывай. Ребята из лаборатории назвали его Спринтером. Спринтером? Я не понял, в каком смысле? В таком, что он быстрый. Мы замеряли, он разгоняется до 40 миль в час. Рад за него. 40? А он еще и убегает. Поставлю ловушку. Да подожди. Ёб твою налево. Ах ты, сука! Надо поставить ловушку. Это и... О, боже. Короче, подопытный сбежал. А нахрена я в это ввязался? О'Брайен... Взял я твои образцы. Сент-Джон, уходи! Что, еще один? Беги оттуда быстро! Орда идет! Ах ты ж, да он издевается! О, мать твою. Там реально орда! Ты сволочь. Ты выбрался? Да, большое тебе спасибо. Передаю координаты. Конец связи. О'Брайен, за эту дрянь погибли четверо. Надеюсь, не зря. Ты сам себя слышишь? Это мои люди! И не надо мне говорить! Ты летаешь над одищем на вертушке, а потом тихонечко уползаешь. Куда там? В свой уютный бункер? Или что там у тебя за нора? Ты не знаешь, каково нам здесь. Чего стоит тут выжить? О, да все эти люди, Купер и прочие, не знали, что их ждет. А ты знал? Ведь знал? А? Ты знал? Свяжись со мной, когда вас с женой надо будет забирать. Может, в этот раз ты ее не бросишь. Да, в этой игре можно жить. Чем мы, собственно, последнюю неделю занимаемся. Но, вы знаете, мое мнение таково, что подобные игры сближают стримеров с аудиторией, потому что мы вместе переживаем, сопереживаем предохранитель героям, да, игры. И нас связывает эта история. Мы как будто это все вместе переживаем. Уже хочется с каждым новым стримом узнать, чем же дело-то кончится. Во сколько завтра Days Gone? Нет, пожалуйста, нет. Ну вот. Нет, no, God, please, no. Было мне откровение. Убейте его. Накануне. Пожалуйста, кто-нибудь возьмите пушку и прострелите ему башку. Новые товарищи уже приняли присягу.
Они пришли издалека, с востока, запада, юга, севера. И они пришли сюда в этот час вовсе не случайно. Они пришли с вестями о других лагерях. К примеру, на юге, уже очищенном нами. О лагерях, кишащих выродками, ворами, наркоманами и убийцами. Вот она, угроза. И вовсе не фрики угрожают уничтожить нас, а наши собратья. Подобно праведному Ною, мы построили ковчег, чтобы спасти людей. Спасти людскую мудрость, чтобы, когда схлынет вода, отстроить мир заново. Но ныне, в нашу эпоху, не океаны Господь призвал, чтобы смести всех проклятых грешников с лица земли. Нет. Не будет ныне нам крещения водой. Нет. В эту эпоху мы есть потоп. Это мы были избраны, чтобы окрестить мир огнем веры. Давай, в толпу прям, сожги всех. Сегодня мы начнем священную войну против грешников, что навлекли на нас гнев Божий. Мы двинемся на север, отыщем грешников и очистим. О'Брайен, это Сен-Джон, прием. Слушаю. Надеюсь, ты готов, потому что пора. Прямо сейчас. Давай координаты. Есть. Стоп, где ты? Крейтер Лейк, Уизард Айленд, лагерь ополченцев. Ты вырубил все РПГ? А, черт, нет, сейчас займусь. Тогда я жду сигнала. Что, как прости, связи? Вырубить РПГ? Ну давай, сволочь. Вот так. Надо идти к Саре. Это было одно из РПГ. Сара, лейтенант Уитакер, прием. Черт, подожди, я скоро. В туалет, наверное. Слушайте, а вы не можете меня снаружи покараулить, а? Приказ полковника. Велено с вас глаз не спускать. Пошел нахер, ваш полковник. Мадам, язык придержи. Порядки-то у нас меняются. Если не уважаешь приказы... Глянь, никого там? Если не уважаешь приказы, то поспи. Нормально, никого нет. Так. Что делаем? Быстро собирайся, уходим. Как мы отсюда выберемся? Эй, везде охрана. Ты мне веришь? Мы уезжаем. О'Брайен. Я здесь. Мы идем на вершину. Права на ошибку нет. Понял, конец связи. Что за О'Брайен? Куда идем? Некогда объяснять. Все взяла? Мы мой бойфренд. Да, поехали. Я готова. Идем. Держись ближе. Если что... Эй. Вдруг ты не прочел? Да, я тебя тоже люблю. Пойдем уже, пожалуйста. Нет, нет, нет. Вон ту. Канистру. Да. Рядовой! Ворон считаем! Смотри, что делаешь! Вон ту канистру, вон ту! Ладно, все, быстрей. Ну! И не вздумай ее уронить! Ну все, добрались. Где он? Где О'Брайен? Он будет, будет. Надо... О, господа, вот мы и наверху. Отсюда открывается прекрасный... Ну, а, типа прилетит а вертолет я и все. Показываю остров нашим новобранцам. И мы собираемся. Спокойно сядет, да, и мы, да, соответственно, приземлиться, мы сядем на вертолет и улетим. Это так должно работать. Никто не услышит. Опа. Предатель! Что? Нет! Осторожно! Нихера себе! Нет, пожалуйста! Нет! Нет! Помните, его, я говорил о лагере? Вы меня знаете? Называется Lost Lake. Их лидер послал его сюда. Чушь собачья. Говорю вам. Я этого ублюдка впервые полковник, вижу. Полковник, поверьте мне! Хватит! Рассказывай, но только не лги мне, сынок. Я почую. В лагере Lost Lake он напал на женщину. Ты чё, вообще охренел? Он был по пояс голый. У него была татуха. На всю спину. Типа сатанинская,
Какая-то дохлая собака, грызущая цепь. Что-то вроде того. Я его оттащил. Он был пьяный, полез в драку. Ах ты, но сука. Кто знает, что бы он сделал, если бы не я. И ты поверишь рэперу? Пусть покажет нам. Ты посмотри на его прикид, бро. И поймете, кто тут врет. Ты чё, рэп слушаешь? Извините, полковник, это какая-то чушь. Повернуть. Ну и что? Ты носишь на себе образ Цербера, пса Аида. И этого достаточно, да, чтобы и меня проклинать? Надо же. Проклинать? Раскрыли тебя на выходе из-под земли. Но ты ведь не Цербер, правда? Дикон Сент-Джон. Он вам врет. Ты прячешься за я именами ангелов. Я никого не трогал. Я а на самом деле, это его выгнали из того лагеря. Слушайте! Я ожидал этого от Намада. Ожидал, что такие, как он, меня предадут. О-о-о, заплачь еще. Полковник. Это я! О! Это я! Это я их вызвал. А вам всем я врал. Я врал лейтенанту. Я сказал, что прошу ее проверить поставку, но... Но мне просто нужен был заложник. Простите. Капрал Сент-Джон не может вам ответить. Что? Кто это? Иногда в поисках правды нужно пролить кровь невинных. Простите. Отпустить рядового Саркози. Ага. Саркози. Этого намада в карцер. Завтра в 7:00 его будут судить, а потом повесят. Класс. Лейтенант, довольно. У нас много дел. Давай. Встань. Ну, этот на нашей стороне, он знает, что мы не врём. Сейчас договоримся. А, так значит, ты дышишь. Пошёл ты! Рад слышать. Значит, ещё не сломался. Короче, что надо? У тебя на спине мёртвый пёс, грызущий цепь. А, он же типа из нашей банды. Сейчас ты увидишь. Это было при лейтенанте, когда она попала в лагерь. Сдается мне, твое. Да. Да, мое. А твою мое. Жену? Зовут не Бет. Не Бет. Нет, не Бет. И ты все время искал ее? По одищу? Да. Ты спросил, что надо? Все просто. На мой взгляд, тот, кто прошел через 7 кругов ада в поисках своей жены, не заслуживает висеть в петле. Освободишь меня? Стоп, я. А как же солдат? Вы что, мне помогаете? Ну, ведь тогда вас всех повесят. Мы не вернемся. Oh. Полковник совсем рехнулся. Священная война, геноцид – это что за херня? Ну ладно, а куда пойдете-то? Да? Махнем прям до Рино. Давай с нами. Не. Тебе нельзя назад, тебя пристрелят на месте. Нет, я без нее никуда не пойду. И все равно надо на север предупредить Майка. Нет, уже слишком поздно. Почему? Ночью они зачистили перевал Сантьян. Что? Рано утром колонна выехала на север. Твою мать. Точно не пойдешь с нами? Да, точно. Эй, Коури. Когда полковник спросил про армейскую службу, я сказал, что ненавидел каждую минуту, но... Может, все было бы не так мерзко, если бы командир был вроде вас. Знаешь,
Может, еще не поздно. Бухарь, ты меня слышишь? Ответь. Бухарь, прием! Дик, это ты? Да, заносите их сюда, быстрее! Эдди, заносите раненых! Бухарь! Дик, я рад, что ты жив, брат. Ты бы нам тут пригодился. Заносите внутрь! Быстрее, быстрее, давайте! Берегись! Я скоро буду, я уже рядом. Слушай, к вам едет Шиза. Ему нужен ты. Они порвались через ворота! Быстрее, быстрее! Пусть попробует, Дик. Пусть попробует. Да я вам говорил, надо было этого рэпера убивать сразу. Но игра говорит, нет, надо отпустить. Они отступают. Они отпустили, бегут. Да, мы победили. Где Шиза? Никто не видел Шиза. Мы победили, точно, брат. А что Шиза-то здесь делать? Он всех кинул. Где этот хренов Шиза? Да мы тоже искали. Никто его не видел. Ну все, погнали уже. Ты расслабься. Не уйдет он от нас. О, Дик, слава богу, пошли. Рики, что случилось? Железного Майка подстрелили. Ты нашел ее? Ты нашел ее? Жену свою? Да, Майк, она снаружи. А ты привел ее? Да. И знаешь, я бы ее не нашел, если бы ты не помог. Да, славно. Славно. Покажи мне ее, небось. Она красотка, раз ты так старался. Как моя Элизабет. Тише, тише, Майк. Ну-ка, Майк. Майк, тебе надо это принять. Нет, ни к чему. Не надо. Я могу. Итак. Давай, Майк. Осторожно. Я ведь... Я ошибался, Дик. Нет, нет, нет. Мы все наладим, Майк. Когда ты поправишься, обещаю, мы все еще... Я был неправ. Делай то, что должен. Что ты защити лагерь. Рики? Да, Майк, я тут. Я тут. Майк? Майк? Вот он, дом. Смотрите, Бухарь, вот что я нашел в бункере выживальщиков. Это же... Да, именно. Нам нужен грузовик или что-то большое, типа самосвала, и мы навалим в него удобрение. Нитроаммония? Да. Смешаем сотней галлонов криозота. Бомба из удобрений. Такой план? О, Господи. Ополченцы превратили весь остров в свою крепость. Гражданские сидят по пещерам. Еще есть рабочие и те, кто считается неподходящими для службы. И есть арсенал и гарнизон прямо за воротами. Ударим сюда. И вырвем ополчению самое сердце. Железный Майк и прочие — это первые жертвы в этой войне. А война будет короткой, если мы не нападем первыми. Я не говорил, что план будет хороший. Дик, да он реально дерьмовый. Ты со мной, брат? Я за движуху. Ну, конечно, устал уже сидеть на жопе. Ладно. О, Мэд Макс начинается. Привет. А это что? О, его спроси. Ну, машина же размером с танк. Угу. Я подумал,
А почему не танк-то? Твою же мать. А оно что, работает? Сейчас посмотрим. То есть надобности раньше в автомобилях не было. О, да! Работает! Пора загружать. Я знаю, где достать удобрения. Маякну вам, как буду готов. Давай. Ей, поехали собирать удобрения. Наверное, в ту пещеру вернемся, темную, где был спринтер. Там, говорят, все в говне как раз было, фриков. Первый фрик. Гори, ублюдок! Да не ты, ублюдок, хотя все мы ублюдки. Ты понимаешь, что игра даже уже не выдерживает? Вас настолько здесь много, что вы проваливаетесь под землю, она вас сжирает! Оу, 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 оу! Чтоб ты сдох! А нормально? Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говнюк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. О, мажелет, только спасибо. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Рики, Эдди, спасибо, но... Нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. Вау! А тебе говорят. Мыши-рокеры с Марса. Вы все твои будете мне помогать? Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За железного Майка! Взяла. Железный и Майк! Весь кайф обломила. Железный, ладно, железный Майк, так и быть. Ладно, слушайте, план простой. Заедем, закидаем всех говном. Мы с Бухарем воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? Да. Все, Бухарь, надо прыгать! Слышь, Бухарь, сваливаем! У нас всего один шанс, братан! Какого хрена, Бухарь? Давай, у тебя жена. Серьезно? Вот. Вот так вот просто? Да. Сука, ну давай, это уже точно финал. Вот сейчас уже злость меня одолела, я готов убивать. Доставай пушку и погнали. Красивая сцена очень. Ну, лейтенант, где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Где детонатор? Ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов Шизер, детонатор? Лучше отдай пусти мне его. Че ты, о чем вообще? Да, скотина! Ну! А, ты еще и убежишь. Пожалуйста, без очередной волны.
Ах, козел! Я ж тебя голыми руками утомлю! Ты понял? Нет! Нет! Нет, нет! Чтоб тебе! Сдохни, тварь! Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Видел нечто. Может, месяц назад. Ощутил нечто, чего не ощущал уже давно. И я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Они, блядь, сидят, чай пьют, понимаете? Чай пью, чаепитие у них. Кролик был очень гостеприимен. Садись, сядь. Ты тоже, да, выпей чаю. С печеньками. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Ребят, это финал. Это финальная заставка. Чаю. Ролик. Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ну да, куда спешить, действительно. Давайте посидим, поговорим о жизни. Ковчег был последней надеждой. Это издевательство, натуральной величине. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! А, это был яд. А из той ли чашки я выпил? Вставай. Как вовремя его торкнуло. Вот так. Пойдем. Через 5 минут я почувствую облегчение. И убегу с криками. Где Бухарь? Погиб. Причем как-то странно, бездарно погиб. Сходи, принеси воды, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Помогите! Прошу вас! Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Я ранен. Помогите, меня кто-нибудь слышит? Бухарь, выходи. Пожалуйста. Эй! Ты мне-то оставил? Все. Я доволен. На этом можно выключать. Извини, опоздал. Нет. А? Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же... моста. Я видел машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. Вон, покатался.
Что? Ты что, решил, что я подорвался? Ну да, мы все решили, что я подорвался. Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Единственный нормальный мужик в этой игре. Привет! Привет. Сестрёнка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Еще бы пёсели показали. Эти, кто из вас меня отсюда везет? Брат, победили. Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня еще здесь дела? Задай им жару. Задам. Джек бы гордился. Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Наконец-то, блядь!